Товарищи, автобус Нефас, 25 мест для сидения, 115 человек общая вместимость. 115. О, плюс место посадочное для людей с ограниченными возможностями. Пандус. Обязательно для маломобильных групп, да? Да. Вот это очень важно. Чтобы все у нас жители могли использовать вид транспорта. Автобус низкопольный, удобный для посадки. Низкопольный. Да, низкопольный, удобный для посадки. Пассажир может пройти любым остановочным пунктом. Надо обязательно вам написать на день после колонки, но нам обязательно будем рассказывать, что это совершенно новый вид топлива. Раз экологический. Вот другой уровень. Замечательно. По месту. И условия для людей. Тепло, светло, кондиционер есть? Кондиционер как дополнительная опция. Мы сейчас рассматриваем его.